Помимо неумелого госрегулирования, формированию продовольственной безопасности в Казахстане мешают сайгаки. Сегодня в Мажилисе министр экологии Серикали Брикешев привел пример того, как огромная популяция степных антилоп на западе страны не только заходит на пастбищные земли сельхозугодий, но уже топчет посевы. Поэтому экологи решили регулировать популяцию животных, в том числе путем отстрела. Биообоснование разработано. Сокращению подлежит уральская популяция. Сейчас она насчитывает больше 800 тысяч голов. Регулированию подлежит около 10%, то есть 80 тысяч особей. Начало промыслового изъятия запланировано на 1 октября. По словам министра Брикешева, экологи пытались решить проблему резкого роста числа парнокопытных путем выгона животных на территорию России. Для этого открывались границы с соседним государством. Однако сайгаки вернулись в свой привычный ареал обитания. Мы не собираемся уничтожать, как вы думаете, популяцию сайги. Мы ее только возродили и будем ее всячески поддерживать. В том числе и путем регуляции. Работает рабочая группа. В этой группе все заинтересованные госорганы принимают участие, в том числе и наши правоохранительные органы, чтобы избежать незаконного оборота дериватов, браконьерства и так далее.